смерть и голод на пороге. Это чертовы чертоги. Чтоб вам всегда хотелось сдохнуть, мои тухлые полутрупы. Но пока это, к сожалению, не так, я хвастливо покричу вам о своем очередном адском образце злобы, для имения которого мне пришлось обвинить в святотатстве все итальянское католичество. Я вещаю о последнем на данный момент полноформатнике весьма оригинальной черно-метальной субстанции из Италии. И Маго Мурти, образ смерти. Название пласта — Корникон. За мохнатыми и чешуйчатыми плечами этих иезуитов уже несколько скандальных альбомов с очень нетрадиционным и авангардным насупленным взглядом на black metal. Этот скабрез не является исключением, лично мне напоминая необычными мелодиями и исполнением великих мастерс Хаммер, что, впрочем, нисколько не сбавляет оборотов ненависти и злости общей аудиокартины в целом. Это самоистязание с бассана тремя ушлыми итальяшками с небольшим стажем грехопадения в других сектах, сосредоточенно отдающих всех себя целиком своему богохульному детищу. Басящий вокалист Абибьял, гитареро Сигера и ударник Аксор. Лирика исключительно на итальянском языке, что создает свой неповторимый колорит. Фигурируют в основном оккультные и философско-эзотерические темы, типа «Загробная жизнь», «Песня некроманта» и «Адские огни». Издан был этот шедевр на величайшем французском значке «Дракар Продакшн», который знаменит огромным количеством известных черных смутьянов, среди которых стоит отметить Влад Тепеш, украинский лютомысл, Франков Мортифера и штатовских Грэндвайлдских. Но довольно понапрасну злить смерть матушку. Пора и послушать эту невообразимую гибельную страсть. Альбома, правда, нет в сети, но не надо в отчаянии злости баться над монастырскими прихожанами. Вы всегда можете поиметь эту высокохудожественную ересь в формате флаг, написав нам по адресу chertochertogi@gmail.com. Веру в Бога отвергай, как всегда в конце стихой. Загробной жизни я стремлюсь давно, отвергая, оскорбляя веру в Бога. Кто святой, кто сатана, мне все равно. Огни ада победят и твердость рога. Некроманту все известно испокон. Я готов для
для ритуала под луною. Рогатый, злобный, страшный Корникон возник как образ смерти предо мною.